Сводный план утвержден, госконтракты заключены, оперативный штаб избран, Ямал готов к пожароопасному сезону. Такое заявление сделали руководители сразу нескольких ведомств на недавней пресс-конференции, которая прошла в Салехарде. В этом году в нелегкое дело пожаротушения внесен ряд изменений. Первое и самое существенное – увеличение численности лицензий на право тушения лесных пожаров. Напомню, ранее такой обладал только Ямал-Спас. Теперь же этим будут заниматься также общество «Пожарная охрана», базирующееся в Новом Уренгое, государственный природный заповедник в Верхнетазовский и леса Ямала. В стадии рассмотрения выдача лицензии противопожарной службе округа. Все они обеспечены необходимыми средствами от транспорта до спутниковой связи. В этом году на борьбу с пожарами выделено 53 миллиона рублей из федерального бюджета. Еще свыше 300 миллионов на эти цели потратит округ.